Муж Бородиной признался в интиме с проституткой на фоне слухов о разводе. Супруг ведущий реалити-шоу «Дом-2», Курбан Омаров написал книгу с элементами автобиографии. Избранник Ксении Бородиной рассказал поклонникам много личного. Бизнесмен рассказал о первом сексуальном опыте. Муж Ксении Бородиной лишился девственности с проституткой. Произошло это, когда Омаров учился в 11 классе. Случилось это так. Мои одноклассники предложили. Чё, идешь с нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка. И я пошел. В Москве в среднем к 8-9 БУ классу мальчики и девочки уже теряют девственность. А я только в 11 граммах классе до этого дошел. Хотя в 11 лет у меня была близость с девочкой. Но мы были настолько маленькие, что не понимали, что делаем. Мы просто смотрели на журнал. Там дядя на тете лежит, тоже ложились. И все, написал Курбан в своей книге «Откровение». В той же главе супруг звезды шоу «Дом-2» рассказал о разводе родителей. Омарову было 8, когда мать увезла его из отцовского дома из Махачкалы в Баку. По словам Курбана, его рано отдали в школу. В 6 лет он был самым маленьким в классе и поэтому самым уязвимым. Каждый раз, меняя школу, Омарову приходилось завоевывать авторитет, прописываться в новом коллективе. Публикация фотографий из Инстаграм. Я определенным образом научился реагировать на события, предугадывать ситуации, чувствовать, видеть людей наперед, чтобы не получить люлей. Или наоборот, поднадавить, быть приспосабливающимся к сложившейся ситуации, молниеносно реагировать. Как раз в Баку и случились мои первые отношения с девушками. Цитирует бизнесмена Стархит. По слухам, брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова трещит по швам. Якобы бизнесмен изменяет телеведущий. Ксения и Курбан оставили эту ситуацию без комментариев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Близкий человек откровенно о раке мозга заворотнюк. Сгорел на работе. Сентиментального Корчевникова растрогали слова известной актрисы. Известная модель шокировала новостью о беременности. Посадят. Припертого к стенке Порошенко бросили в биде. Что скрывает второй отец ребенка Рудковской? И многое другое.